Региональный оператор по вывозу ТКО подсчитывает убытки. Не все жители города охотно платят за мусор. Суды завалены исками. Представителям третьей власти только в 2018-м подано больше 11 тысяч заявлений. По 7 тысячам из них вынесены решения, разумеется, в пользу рекоператора. Платить все равно придется только еще с учетом исполнительского сбора в 1000 рублей. Производство передают в службу судебных приставов. По всем должникам исковая работа будет вестись вплоть до погашения задолженности. Должники есть во всех муниципалитетах, больше всего их, разумеется, в Иванове. Напомним, тариф на вывоз ТКО в регионе составляет чуть меньше 89 рублей с человека в месяц.